Здравствуйте, меня зовут Александр Олегович. Сегодня мы с вами поговорим о том, как сохранить осанку вашему ребенку при чрезмерно избыточном весе его портфеля. В первую очередь необходимо обратить внимание на массу самого портфеля ребенка. Она должна не превышать более 10% от массы тела. Необходимо обратить внимание на то, чтобы портфель у ребенка был каркасным, хорошенько держал форму, лямки были широкими и S-образными. Следующим пунктом, на который мы должны обратить внимание, является укрепление мышц спины ребенка. Ни одни физиопроцедуры и массажи не сделают спинку крепкой, как сделают физические упражнения. Но также про массажи нам необходимо не забывать. Поэтому постоянно занимаемся спортом, физкультурой, желательно плаванием. Необходимо хорошо скоординировать режим труда и отдыха ребенка. Необходимо менять вид деятельности. Длительное время мы не должны засиживаться. Обращать внимание, чтобы ребенок не сидел больше 40-50 минут и как-то менял вид деятельности. Сидячего положения на лежачий, либо наоборот смены физической активности. Необходимо обратить внимание на обувь ребенка, так как проявление плоскостопия может привести к перекосу таза и деформации осанки ребенка на будущее. Это были мои советы по улучшению и укреплению осанки ребенка. Будьте здоровы, всего доброго!